Мы увидели, как по территории школы бежит мужчина, и сзади, буквально метров через 10, за ним бежит женщина и кричит. Мы поняли, что данный мужчина, скорее всего, совершил какое-то преступление, поэтому начали его преследовать. Он перепрыгнул через забор школы. Мы уже за забором его задержали и увидели, что при нем был ноутбук, мобильный телефон и кошелек. Я зашел в школу зайти в туалет. Когда вышел в туалет, увидел открытый кабинет. В кабинете взял ноутбук, телефон и кошелек.